Приехали на Централ Пхукет. Смотрите, какая здесь мотопарковочка. Вообще зачетная просто. Пускают, дают карточку. На выходе вот карточку Централ Пхукет. Вы посмотрите, сколько здесь байков. Вот почему у нас вот в России, в Москве вот такого вот нету. Чисто мотопарковка без коробочников. Никто тебя не напрягает своими коробками. Чисто мотопаркинг. Все шикарно. Огромная-огромная мотопарковка. Вот с Таиланда нужно перенимать опыт по парковкам. Заезжаешь, нажимаешь кнопочку, у тебя карточка. Шикарно. Всем привет из Таиланда. Приехали пошипить немножко. Диман, привет. Привет.